Всем приятной жизни, с вами Психиатр, и мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Ну и, ребят, я только что закончил предыдущий выпуск, сразу решил записать еще один, и как только я нажал крестик на рекламе, появилась вот такая вот хрень. Это вообще как? Они, блин, что, обновили мне игру, пока я в нее играл? Пипец. Я вообще не знал, что так можно делать. Так, ну давайте посмотрим теперь уровень. Блин, мне кажется, они их делают быстрее, чем я их прохожу. Пипец. Раз, две, три. Сколько там? По 20 их будет, что ли? По-моему, я где-то читал что-то, типа, каждые две недели они добавляют вроде бы новый уровень. О, кстати. Привет, чувак. Да, у него тоже все золото. Ну, корона есть. Ну, чуть-чуть-чуть-чуть. Рыжие. О, кстати. Мороженые свиньи. Почти можно. Ох ты. Опять эти. Что-то там яблоки такого. Так, ну это было уже, я так понимаю, да? Вот они добавили. Блин, пипец, 460... Ой, господи, сколько же они уровней-то? Ёбаный в рот, 500 уже. И это еще не все, господи, я смотрел, было 400 с чем-то, когда... Фак, фак, да сколько их там? Сколько их там? Скоро будут новые, вы долбанутые, что ли? Да, опять яблоки. 560 уровней, грёбаный ты это, да. А, 400 уровней нам еще и проходить. И пока мы будем проходить 400 уровней, они еще 900 сделают. Господи. Вот знаете, вот чем не люблю, за что не люблю интерпретаться, что его нереально пройти. А вот сколько играю в ПВЗ, там одно обновление вышло. И то там какой-то квест добавили. Там адекватно делают миры, там все норм. Там, я уверен, что мы когда-нибудь там пройдем. Вот. Новые уровни там пока не нельзя. Пока что не играем. Окончательно это. Мартышка! Мартышка, мартышка! Я хочу тебя! Так, блин, завтра же у нас время. Сейчас такое пойдет. Вот, взял сушку. Да блин, да что ж такое? Ай, золото. Это слышно нельзя, видите, не надо. Блин. Вернись из этого блин. Так, ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, давайте закинем. О, золото. Вы слышали? Она тут есть. Это хорошо. Блин, так надо было подождать, пока с ничего сохранится. Чисто мне бы выбрал. Да ну блин, ну вы охренели. Куда ты там пошёл? О, ну надо. Так, что у меня вообще? Блин, да ты карты гайдем, блин. А очень... Блин, да ну мне вообще не нравится. Блин, вообще. Уже это было. Как он так... Ну ладно. Да. Да, ладно. Блин, а на самом деле мы плохо идем, ребят. Потому что вообще плохо. Мы с три карты, потому что... даже дальше сказать, но все равно две карты мало. Да, страйки совсем. Блин, ну тут такие эти, конечно.
Блин, я вот, знаете, хочу тратить и даже не прожимать. Да блин, ну я думал, она нормально пролетает. Ну, блядь. Не, ну а чё он смотрит? Блядь, вы... Да ну ёбаный в рот, а. Ну ладно, давайте посмотрим. Ну вот видите, что это было? Это она даже до шарика не долетела. А вот свин, блин, идеально. Охренеть. Блин, мне кажется, я в такую уже играл. Бля, я в такую уже играл, когда я... Ну, в этой ежедневной хрени я, кстати, не буду. Тут тысяч вообще, на самом деле, но тут с одной карты не получится. Давайте попробуем еще разок. Не, ну что, прикольно. Получается, они те уровни берут из тех, что уже были. Или еще будут. Уже точно будут. Блин, ну... Ну чё? Да, из тех, что еще будут. Из тех, что еще будут. Что я хотел сказать? Ну, понял. Да ну блин, ну я же... Четыре карты уже, а не три, как бы, да, это не три, блин, тут макс, да ты не можешь, так сейчас ты не можешь. Блин, да ну нахрен ты сильно в этот, хотя нормально, конечно. Ля, как она продает? Так, опять тут что-то хрень наша. Так, давайте попробуем. О, ну-ка, страйк. В принципе, нормально. И о. Так, ну а что у нас осталось? Говно осталось на хорошем. Вообще, не пойми, что у нас там. Ой, я начал. Блин, ну может быть там... О, ну кстати, смотри. Ну-ка. Блин, не смотри. Так, нет, нет, нет. Блин, интересно, ее можно уже так что-то. Так, ну теперь я знаю, что нам надо. Нам нужно запускать цветочек. Вот. Да, я даже стал ничего прожимать. Вот, и теперь все, он даже с одной карты. Не, ну тут с одной карты не получилось, ну двух. Бля, чё? Да все должно было поехать. Твою мать! Какого хрена? А-так. Во. Кстати, ему яйцо не дает. На в чем смысл-то? То, чтобы ему в башке все это заехало. Блин, ну что-то ему вообще не заехало. Фак!
А как? Чё это ему не заехал? У меня в прошлый раз всё заехал, очень даже хорошо заехал. А вот этот раз эти камни не скатились. Вообще, как-то всё стрёмно. Да ну блин! Да fuck you! Говно, отдайте мне яйцо. Вот. Только не синий, скотина, а! Я убью вас, если вы мне синий дадите. Да fuck you! Fuck, fuck, fuck! Говно дали, говно, говно, говно! Блин, я белую просил. Скотина. Это не синяя, но это еще тоже не розовая. Ну блин, а чё это секунда? Да блин! Сука! Да сучка ты, прася! Скатись обратно, говно! По башке ему заедь! Да... Гадина, фак, мы почти прошли этого босса. Блять, я не буду тратить на него кристаллы, мы вот так можем пройти. Просто нам не запёр, вообще не запёр. Блин, почти всё это нормально всё было почти. Нет, блин. Фак, да ну фак, я думаю, я бомбарду запускаю, ну какого хрена, ну, блин, пошли в ванну. Нет. Ёбаный урод, а. Господи, как это тупо. Господи, как это... Давай, цветок, блёбан. Наконец-то, честно. Наконец-то мы здесь что-то сделали. Наконец-то нам бомбарды вернули. Так, ну чё? Дохни! Дохни, скотина! Дохни, дохни! Так. Блин, вопрос, да, вперед где-то кусочек. Ну я тут не хварит. О, нормально. Так, давай дох. Так, два этапа осталось. Вот, один прикол. Ну вот, естественно. Естественно. Еще и мага вы посадили. Ну я охренел. Не, ну просто нормально. Ну блин. Да ну так не знал, ну так. Блин, нам на руку. Может сейчас сам сдох. А может, блин, черт знает, куда улететь. Так, ну я подожду. Если он тут сам сдохнет, то хорошо.
Блин, давайте я на паузу поставлю. Блин, ну ребята, ну короче, там как-то круто. Блин, и проблема в том, что мы не удостать не можем. Ну как вы видите, да? Он не опускается туда, где у меня птичка. Так, ну вот, так, ладно, желтенькая нам, в принципе, не сильно бы помогла, да, без босса. Как я помню. Блин, ну теперь так не надуешь, что я вот просто, да? Блин, а ты не слышишь. Так, ну вам пора. Не надо. Так, отлично. Так, сейчас нормально, паузы. Так, я, наверное, закину сюда большие. Дабы наверняка. Блин, опасно он тут пролетает. Так и чё? А, вот он, так. О, вот и поедем. О, отлично, вот, я же говорю, тут нет. Да блин, фаулшилд, ты задолбал. Решил его. Кстати, как он это на меня родился ребенок, что-то случится. Не надо. Что-то вот не будет. Так, он там ржет что-то все, да? Что-то все ржет. Так, ну мы, кстати, приблизились к Максу. Нам три уровня всего осталось. Так, что с ним? О, пёрка. Блин, на желтую не особо интересно. Вот, ладненько, ребят, я тогда на этом этот выпуск закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Психи.